Приветствую вас на своем канале. Очень часто попадается в интернете вот такое замечательное пончо. То есть можно его носить как в прохладные летние вечера под топ или на маечку, так можно носить и в зимнее время под гольфик. Честно говоря, мне понравился очень именно центровой вот этот узорчик, который, в принципе, является несложным, и раппорт его в высоту, который повторяется постоянно, составляет всего лишь 4 ряда. Вот сегодня как раз-таки я вам хочу показать, как связать вот этот центральный узорчик на данном пончо. Все остальное вяжется просто обычной платочной вязкой. То есть для тех, кто хочет связать именно эту кофточку, могу дать устный, такой, скажем, обзор. Это начало, допустим, вязания вы набираете на спицы, здесь не менее шестерки нужно использовать. Далее можете использовать пряжу Alize Lana Gold 152 цвет, он очень отлично гармонирует с оригиналом, вот, который предоставлен на данном фото цвет. Вот, набираете центральные петельки. Раппорт вот этого центрального узора составляет всего лишь 30 петелечек. Все остальное это платочная вязка, которая уходит на боковые стороны. То есть вот она с плеч, скажем так, сходит с одной и с другой стороны. Это все обычная самая платочная вязка. Точно так же, провязав высоту данной кофточки где-то порядка 55 сантиметров, здесь нужно связать так же, как и в начале, буквально 5 рядочков платочной вязкой, и затем закрыть петельки, сделать 2 аналогичные стороны и сшить вот здесь вот на плечах от горловины. Скажем так, это может быть, к примеру, 30 центральных петель изначально набранные, плюс порядка 50 петель, которые уходят в стороны, то есть там, где платочная вязка, по 50 петель. То есть в целом вам нужно набрать где-то 130 петель для начала вязания данной кофточки. Но вернемся к этому узору. Что мне понравилось? Здесь комбинированный узор центрального веера. Раппорт узора составляет 18 петель, плюс я возьму по 2, скажем так, лишние лицевые. С каждой стороны по лицевой косичке одной петле пущу. То есть 20 петель составляет узор веер центральный. Затем по 2 изнаночные с обеих сторон. И узор замочки или ячейки, которые мы уже вязали в предыдущих видео. Раппорт этого узора составляет всего лишь 3 петельки для ячейки. Можно, конечно же, здесь было бы отделить одним, скажем так, одной петлей изнаночной, которая бы на протяжении всего вязания отделяла непосредственно сам узор, но здесь сделали как литой, то есть сделали сдельное как бы вязание, поэтому в принципе здесь этого не нужно. Сейчас для, скажем так, для того, чтобы связать вот этот узорчик, нам нужно набрать на, в принципе, любые спицы, любой номер, любой пряжи, то есть для того, чтобы вам посмотреть, как этот узор в итоге выглядит, нужно набрать 30 петель от ячейки 1 до 2 ячейки, плюс по 5 петель с каждой стороны я наберу для того, чтобы показать вам узор, скажем, как он будет выглядеть именно на этой кофточке. Вот, то есть начнем мы с платочной вязки 5 петелек, затем продолжим вязать вот данный узор, формировать, и 5 петелек закончим. Из этих 5 петелек у меня будет с одной стороны 1 кромочная и с другой стороны 2 кромочная. Набираем первоначальные 40 петелек или сколько вам нужно для вязания кофточки. И начинаем формировать непосредственно сам уже первый ряд узорчика раппорта. Первый ряд, которые будут повторяться уже потом на протяжении всей кофточки вязания высоты, либо вязания узора. Изначально на кофте, обратите внимание, там 7 рядочков платочной вязкой. Если же вы уже провязали эти 7 рядочков, то начинаем формировать первый ряд раппорта узора высоту центрального. Итак, первая петля кромочная, я ее провяжу в первом ряду лицевой. Затем у нас идут 4 петли лицевые. Это платочная вязка. У вас, возможно, здесь не 4 петли, а, к примеру, там 50 и так далее. Затем у нас идет узор ячейки. Ячейки у нас состоят из 3 лицевых петель в первом ряду. Затем первую лицевую провязанную петлю одеваем на вторую и третью лицевую и спускаем полностью со спицы.
То есть у нас вместо 3 петель сейчас 2 петли. Дальше вяжем 2 изнаночные петельки и 20 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Связали 20 лицевых, это петли центрального узора веер. Дальше у нас 2 изнаночные с другой стороны и снова узор ячейки. Поэтому вяжем 3 лицевые петли и первую перекидываем на вторую и третью, спуская полностью с правой спицы. Затем у нас для петель симметрии у нас 4 лицевые петли платочной вязки и кромочную я буду делать изнаночную. Разворачиваем на второй ряд. Второй ряд, кромочную снимаем, дальше 4 лицевые петли платочной вязки. Теперь у нас идут 2 петли узора ячейки. Я вяжу одну из петель изнаночной, дальше делаю накид и вторую петлю также вяжу изнаночной. Затем у нас 2 лицевые петли и 20 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это 20 петель центрального узора веерок. Дальше у нас 2 лицевые петли и узор ячейки с другой стороны. 1 изнаночная. Накид, вторая изнаночная. Дальше петли симметрии платочной вязки 4 лицевые и кромочная петля изнаночная. Второй ряд окончен. Третий ряд у нас снова кромочную снимаем и 4 петли лицевые платочной вязки. 3, 4. Дальше узор ячейки. Лицевую вяжем за дальнюю стеночку. Накид вяжем неперекрещенный лицевой и снова за дальнюю стеночку третью лицевую. То есть у нас по центру должна образоваться вот такая дырочка благодаря накиду. Дальше у нас идут 2 изнаночные. И наконец-таки подошел момент, что в третьем ряду мы сейчас формируем узор веера. Для этого что мы делаем? Мы сейчас будем провязывать попарно 2 петли вместе 1 лицевой. Первую петлю мы просто провяжем лицевой, а дальше нам нужно повернуть петельки дальней стеночкой вперед. Для этого дальние 2 петельки вот так вот переснимаем на правую спицу и возвращаем обратно на левую. И вяжем 2 вместе 1 лицевой. Раз пара. Дальше дальние стеночки вот так вот поворачиваем вперед. И переодеваем обратно на левую спицу. И вторую пару вяжем вместе 1 лицевой. И третью точно так же. Дальние стеночки вот так вот подхватываем и возвращаем, повернув. И вместе вяжем 1 лицевой. Так мы связали 3 сразу сокращения по 2 петли вместе 1 лицевой. Теперь вяжем 1 лицевую и делаем накид. Это первый раз. 1 лицевая накид, это второй раз. 1 лицевая накид, третий раз. 1 лицевая накид, четвертый раз. Лицевая накид, пятый раз. И лицевая накид, шестой раз. То есть мы как бы заполнили накидами вот эти сокращенные 3 петли. Но так как у нас 6 прибавлений было, а сократили мы 3, то с другой стороны симметрично первое мы будем делать сокращение. Для этого берем первую петлю, снимаем, следующую вяжем лицевой и снятую петлю перекидываем на провязанную лицевую. Это первое сокращение. Повторяем. Первую снимаем непровязанной, вторую вяжем лицевой. Снятую непровязанную петлю перекидываем на лицевую. Это второе сокращение. И третий раз
Первую петлю снимаем не провязанной, вторую вяжем лицевой и не провязанную перекидываем на лицевую петлю. Получается, мы сократили 3 петли в начале, 3 петли сократили в конце. Но в начале мы сократили с наклоном вправо 3 петли провязали вместе попарно, а здесь с другой стороны с наклоном влево. И наши накиды мы провязали 6 накидов, заполнили, как бы сделали из наших 19 уже ранее провязанных петелек 19 петель. То есть у вас узор не должен сокращаться. И довязываем одну лицевую с другой стороны, продолжаем 2 изнаночные, подошли ко второму узору ячейки. Для этого вяжем за дальнюю стеночку первую лицевую, накид вяжем также лицевой и за дальнюю стеночку третью лицевую. И снова обратите внимание, у нас должна получиться с внутренней стороны дырочка. Теперь нам нужно довязать 4 петли платочной вязки лицевыми и кромочная петля изнаночная. И сейчас вяжем четвертый, заключительный, последний ряд нашего, скажем, узора рапорта в высоту. Кромочную снимаем, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Дальше узор идут ячеечки наши. Мы вяжем 3 изнаночные петли, то есть по узору. Дальше у нас 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые. Теперь у нас идут 3 изнаночные петли с сокращениями в прошлом ряду. Мы так и вяжем 3 изнаночные петли. Теперь у нас идет изнаночная петля, так и вяжем изнаночной. И следующий идет накид. Мы так и вяжем накид изнаночной петлей, не перекрещивая. У нас должна получиться вот такая дырочка. Снова повторяем изнаночная и изнаночную провязываем накид. Изнаночная, изнаночной провяжем накид. То есть, смотрите, у нас получается петля, дырка, петля, дырочка. Вот так и провязываем. Изнаночная, накид тоже изнаночная. Изнаночная, накид изнаночный. То есть, все фактически 20 петель нам нужно провязать изнаночными петлями. Но при этом накиды провяжем тоже изнаночными, благодаря чему получим вот такие дырочки. Теперь у нас по рисунку 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые. 3 изнаночные над узором ячейки, так и вяжем 3 изнаночные. Затем у нас остается 4 лицевые петли довяжем платочной вязкой и кромочная петля изнаночная. Что мы сделали в последнем заключительном четвертом ряду? Провязали все петли по рисунку. Над платочной вязкой мы вязали по 4 петли лицевые с каждой стороны, после кромочных и перед кромочной. Затем у нас идут петли ячейки 3 изнаночные с обеих сторон. 2 лицевые над ними. И дальше все петли нашего веера центрального 20 петель провязали изнаночными. При этом накиды также вязали изнаночными, благодаря чему у нас получились вот такие дырки. И разворачиваем на пятый ряд. Пятый ряд мы повторяем с первого ряда. Кромочную снимаем, дальше 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. То есть платочная наша вязка. Дальше у нас идет узор ячейки. Вяжем 3 лицевые петли. Первую перекидываем провязанную лицевую, на вторую третью спускаем полностью со спицы. Дальше вяжем 2 изнаночные и 20 петель вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19, 20. Провязали 20 лицевых нашего веера. Дальше у нас идут 2 изнаночные петли. И снова узор ячейки. Вяжем 3 лицевые петли. И первую перекидываем на вторую и третью, спуская полностью с правой спицы первую петлю. Дальше у нас 4 петли симметрии платочной вязки, то есть вяжем 4 лицевые и кромочная петля изнаночная. Разворачиваем на шестой ряд. Шестой ряд мы вяжем как второй. Кромочную снимаем. Дальше вяжем 4 петли лицевые. Дальше у нас узор ячейки. Это 2 петли. Первую вяжем изнаночной, делаем накид и вторую вяжем изнаночной. Теперь 2 лицевые,
И 20 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Над узором веерочек 20 изнаночных. Дальше 2 лицевые и снова узор ячейки. Первую вяжем изнаночную, делаем накид и вторую также вяжем изнаночную. Остается 4 петли симметрии платочной вязки, вяжем их лицевыми, и кромочная изнаночная. Поворачиваем на 7 ряд. 7 ряд мы вяжем как третий. Кромочную снимаем. Дальше у нас 4 лицевые петли платочной вязки. Теперь узор ячейки. За дальнюю стеночку вяжем первую лицевую петлю. Накид вяжем также лицевой петлей. И за дальнюю петлю лицевую третью вяжем. И у нас получается благодаря накиду вот такая снова дырочка. Теперь вяжем 2 изнаночные. И повторим узор нашего веера, как вязали в третьем ряду. Первую лицевую вяжем. Дальше поворачиваем дальние стеночки и попарно провязываем по 2 петли вместе одной лицевой. Первая пара раз. Дальше поворачиваем вторую пару, вяжем вместе одной лицевой 2. И третью пару поворачиваем и вяжем вместе одной лицевой третий раз. То есть сократили 3 петли с наклоном вправо. Теперь вяжем 1 лицевая, накид. 1 лицевая, второй накид. 1 лицевая, третий накид. 1 лицевая, четвертый накид. 1 лицевая, пятый накид. И 1 лицевая, шестой накид. Дальше нам нужно сократить, снова попарно провязать 3 раза. Первую снимаем непровязанной, вторую вяжем лицевой. И непровязанную перекидываем на лицевую. Это раз. Непровязанную снимаем, вторую провяжем лицевой. Перекидываем непровязанную петлю на провязанную лицевую. Это второй раз. И непровязанную снимаем, провязываем лицевую. И перекидываем на провязанную непровязанную петлю третий раз. То есть сделали 3 сокращения с наклоном влево. Довязываем 20-ю лицевую петлю просто, как я вам уже говорила, по краям у нас просто будет по лицевой петле. И дальше петли симметрии мы аналогично первой стороне 2 изнаночные вяжем. И снова у нас 3 петли ячейки. За дальнюю стеночку вяжем первую лицевую, накид вяжем второй лицевой и за дальнюю стеночку третью лицевую. Связали узор ячейки со второй стороны. И дальше у нас остается 4 лицевые петли платочной вязки и кромочная петля изнаночная. Поворачиваем на 8 ряд. 8 ряд мы провяжем как 4. Кромочную снимаем. Дальше вяжем 4 лицевые петли. Дальше у нас идут 3 изнаночные петли. Так и вяжем 3 изнаночные петли. И дальше у нас идут 2 лицевые. Над 2 лицевыми так и вяжем 2 лицевые. Дальше у нас идут 20 петель веера. Мы вместе с накидами все петельки провяжем изнаночными петлями. 1 изнаночная, 2, 3, 4. Дальше накид 5 изнаночная, 6, накид 7 изнаночной, 8, 9 петля изнаночная. То есть все полностью петельки вяжем над изнаночными изнаночными, и накиды у нас также изнаночными петлями. При этом снова обратите внимание, чтобы у вас были не перекрещенные петельки, у нас должны получиться дырочки после провязывания накида изнаночной петлей. Вот они, наши дырочки получились, значит все правильно. Дальше у нас с другой стороны 2 лицевые, петли ячейки 3 изнаночные. И до конца ряда у нас остается 4 лицевые петли платочной вязки и кромочная петля изнаночная. Дальше 9 ряд мы повторяем, как вязали первый ряд нашего узора. То есть снова повторяем наши петли платочной вязки,
4 лицевые с одной и с другой стороны, петли ячейки провязыванием 3 лицевых и перекидывание первой петли лицевой на вторую и третью, при этом сокращается одна петля. Дальше у нас идут 2 изнаночные с обеих сторон и 20 петель лицевых. Во втором ряду это 20 петель изнаночных. И вот таким вот образом продолжаем вязать нужное количество раз. Сейчас мы связали 2 раппорта узора в высоту, то есть закончили мы вязание провязыванием 8 ряда с изнаночной стороны. И сейчас продолжаем вязать нужное количество раз, высоту повторяя всего лишь вот эти 4 ряда. И вот я связала 4 раппорта узора в высоту, и чем больше вы вяжете, чем, скажем, пышнее у вас ниточка толще, чем больше номер спиц, тем как бы ярче этот узор, большой такой будет, насыщенный, красивый, и веер будет более раскрытый. Вот, как вы видите, вот они дырочки наши, веерочки. Очень довольно-таки красиво все получается, несмотря на то, что у меня очень темное освещение, узор достаточно насыщенный, яркий, крупный получается. Вот, как на мой взгляд, таким узором можно оформить не только пончо, но и его как бы использовать практически в каждом изделии. То есть это может быть как аксессуары, как шапочки, снуды, шарфики, так в принципе и свитера, какие-то кардиганы красивые, либо же летние топы. Вот этот ажурный узорчик посередине веерочек, его часто используют в летних ажурных топах хлопковых. Вот, и кому, конечно же, было понятно и понравилось, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!